Каменный бор в Петрозаводске хотят превратить в мини-Рускеалу. О концепции развития парка, которую подготовили архитекторы совместно с жителями Ключевой, рассказал на своей странице в соцсети мэр карельской столицы Владимир Любарский. На территории парка предлагают создать площадку для воркаута, фудкорты, фотозону, вейк-парк, спуск-карьер для дайверов, пляжную концертную зону. Реализация масштабного проекта рассчитана минимум на 5 лет. Как рассказал Владимир Любарский, работы по созданию вейк-парка должны завершиться уже в этом году. Также оборудуют экотропу, которая будет пролегать по всему каменному бору. На эти цели выделили средства из республиканской субсидии на социально-экономическое развитие. На следующий год запланировано благоустройство входной зоны в парк со стороны Кооперативной улицы.